Да блин, чат летит. Ну все, пофиг, скин стоит, кто надо, купит, может не купит, но мне как-то пофиг. Так, скибиди туалет, ты немножко не успел, сори, я запустил, не заметил твой донат. О, мистер Галока, Лока, Лока. Да. Ё-моё, что за сборище? Аполлона не смогла зайти, говорит, доступ в лобби недоступен. Не успела, к сожалению. Ну, коль ты девочка, могу после этой катки пригласить. Заранее тебе, чтобы ты успела сыграть. Вот что это за фризы? Реально, игра, блядь? Лагает. Так еще меня чел режет за 2 метра. Попка-трахер. Это топовый чел какой-то. Я это сохраню себе. Я Сигма, я имею Сигму. Остаться Сигмой или иметь отношения? Иметь Сигму. 100 лет стендов не играл. Раз в неделю захожу чисто для видоса, ребят. Просто игра максимально поломанная. Ё-моё. Уже надоело играть. 6 лет в неё играю. Привет, спой песню, я Сигма крутой. Ладно. Ну, хз, слушай. Ну ладно, пофиг. Я Сигма крутой, я Сигма, 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 Сигма. Я Сигма крутой, я Сигма, 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 Сигма. Какой у тебя пад? iPad Pro 2021 года на 11 дюймов, 128 гигабайт, плюс cellular. Отсек для сим-карты. Блять, каким-то клоунам на джентльменах дают способность отключать аватарки. А возможно, даже никнеймы менять, хз. А нам, простым игрокам, не дают. Тихо. Вот, как вам я играю, типа? Я неделю не играл, в принципе, что-то делаю. Что-то делаю. Ну а что тут делать, блядь? Игра легкая. Ну смотрите, он сейчас пикнет. Блин, ну ладно, я могу взорвать. Просто кривовастая хаешка. Возможно, туннель пойдет кто-то. Ё-моё, я немного застрял. Не, что-то умею, что-то могу, ребят. На одном донаты нельзя закрывать. Потому что просто загружаться они не будут. На втором чат не хочется закрывать. Ну, блин, тиммейты не отыгрывают как раз-таки бэплэнд. Никто. Вот один даже ФК стоит. Неудобствами накормить себя. Я лучше там... Блин, хаешки. Я вот хотел сейчас троих хорошо забрать. Интересно, 30 киллов получится за эту катку? Нет. Я играю в ЗБ. И знаю, как там... Флешки любят кидать ребята. Хорошая? Да, хорошая. Йо!
Фух. Скажи, что ты потеешь. Зачем? Я же и так нормально отыгрываю. Тем более, чтобы мне потеть, мне нужно сидеть в удобной позе. Я сейчас за столом, iPad на столе лежит. И типа, обычно я сижу, знаешь как? На подушке, на коленке поджав, согнув точнее, ноги согнув типа. И iPad лежит на коленках. Вот это самая максимально удобная моя поза, в которую я обычно играю на всю. А сейчас я нет. Не на всю вообще игра. Поза максимально неудобная, а им становится меньше из-за того, что не моя поза. Ну, вроде как-то идет. Просто типы фигню делают и ловлю их на банальных ошибках. Чисто зашел в ЗБ на одну каточку, все, готово. Видосов 6 уже сразу. А я 2 видоса в день обычно выкладываю, примерно вот столько. Чисто за одну катку в ЗБ можно записать на 3 дня целых отдыха от этой игры. Поиграть в PUBG чисто. В PUBG, конечно, тоже много ошибок, но за 6 лет игра максимально хорошо сделалась. Ай, он меня просто ждет и крысит. Обидно. Ну ладно, это я в любом случае убил бы, если бы сидел в удобной позе. Раком. Sorry. Я знаю, что ты живешь... Хисмик, не пиши, пожалуйста, где я живу. Ну зачем? Какая разница, где я живу? В любом случае, я там перееду годика через полтора-два. Какая разница, где я живу? Я обычный человек, как и вы. Просто показываю свое творчество, и вам оно понравилось. Смотрите, минус 2 делаю. Блин, ну я в голову не попал с самой первой пулей. Ладно, неудобная поза. Оправдываемся чисто. Перед тем, как я за КТ-сторону сделаю еще плюс-минус 20 киллов, давайте залетим на GG стендов. Тут какие-то новые кейсы с супергероями появились. Конечно же, я введу свой промокод Аполлоний, который даст мне бесплатно барабан бонусов, с которого мне, кстати, падает плюс 35 к депозиту. Мой промокод Аполлоний тоже дает 35 к депозиту. За то, что я открываю кейсы на GG-шке, мне дают вот такие детальки и, ну, всем дают, кстати. И мне такая эмка выпадает. За 1000 деталей нормально. Так, тут надо победить Таноса. Видимо, миллион голды снова джижишка разыгрывает. Да, видимо, да. Задание надо выполнять. Понял, понял. Не, ну давайте, короче, откроем кейсик Бэтмена. Он у меня как раз-таки по промокоду бесплатный. Вот здесь вот нужно вводить промокод. Вводим мой промокодик, ребята, и получаем халявный кейс Бэтмена. Ну, 4 рубля, ну хотя бы бесплатно. Окей, тут какие-то кейсы новые. Не окуп, не окуп. Блин, пока не окуп. Так, с этого кейса выпал кейс клоуна, еще какая-то наклейка. Окей, открываем кейс клоуна и получаем, ну, это не окуп тоже. Ладно, давайте все апгрейдить. Абсолютно все, что мы выбили. И с 800 рублей мы получаем, ну, это где-то косарик. Да, 1053. Неплохо, но я хочу больше. Кунай лакшери, отлично. Я хочу еще больше. Так, бабочка Dragon Glass. Получилось! Это было нормально. Все про джижишку в описании и в комментариях. Блин, вот опять микрофриз был. Вот сейчас FPS упало до 112, до 110. Охуенное обновление, точнее, охуенная игра, в которой и так нет обновлений, блядь, никаких. Полгода, раз в полгода обнова вышла. Что добавили? Гироскоп, который нахуй не нужен. Вот я, блядь, без гироскопа играю, вот. У меня палец практически не опускается, чтобы контролировать эту ебучую отдачу. В этой игре отдачи нет. МАК-10 или какая там вроде пушка прям была жесткая отдача. Вот бы на всех пушках такая отдача была бы, чтобы, блять, скилл нужен был. А не чел просто на ходу бошки ставит, как я в позапрошлом раунде. А, это мой тиммейт стреляет с трибуйка. Ну что ж, хорошее оружие. Сейчас мой тиммейт умрет, вот этот. Нет? Молодец. Отлично. Ну, блять, 6 лет играю в эту игру, уже все читаю. Чел не купил дефы. Хорош. Как ты научился играть без прицела? Не, это вообще ничего сложного. А что тут уметь?
Просто даже он не нужен особо практически, прицел. В каких-то моментах, да, но... Так-то ты запоминаешь, где он находится. Лего у холдика в ММ. Ну и чё? Ты так говоришь? О, 30 киллов, ребят. Ура. Ты так говоришь, как будто это что-то невероятное, бро. Это стендов 2. Ты о чем? Звание в стендов 2 такое же, как 25-й ранг в Brawl Старсе, блядь. Если ты новичок с нуля. Я вот нихуя в этом сезоне не играл. У меня рейнджер. Я не знаю, как можно не уметь играть в стендов. Я-то понимаю, дохуя времени въебал в эту игру. Спустился. А, это тиммейт задефьюзил. А, ну я без прицела играю, я уже забыл. Я без прицела этот раунд играл. Это игра элементарная, блять. У меня даже без инфы, я смотрю мид, и чел выходит. Что сложного, ребят? Ладно, я 6 лет играю, я сам знаю, что... Боже. Я не знаю, я просто все уже наизусть знаю в этой игре. Я без рофла. Не играл неделю, и вот такое делаю. Ой-ой-ой, вот это флешечка. Сорок. Уже поздравляем меня. Жиза. Бомбу я бы охранял, мне нужна победа. Потому что, возможно, я выйду на 50 киллов. Это жестко, это можно большой видос сделать на YouTube. Сыграл с подписчиками и сделал 50 киллов. Сюда. Все, я выжил, замечательно. Не, блин, если бы я сейчас убил, было бы замечательно. Не, пока ровно 40. Слушайте, 3 раунда у меня есть на то, чтобы сделать 10 киллов. Блин, это сложно. Это сложно. Один килл украли, печально. В спину могут убить. Вот так я хреново поступил. Повезло, что я, конечно, убил. На тоненького, просто на тоненького, господи боже мой. Еще я в неудобной позе сижу тут, айпад на столе. Нет, сейчас я последние 3 раунда действительно, ребят, потею. Потому что мне нужно 50 киллов сделать. Я сомневаюсь, что я сделаю, конечно же. Потому что, блин, что-то не хватает по подсчетам. Чел вообще не двигается. Твою мать, заговорился! Черт. Вроде тиммейты тащат. Квантик, сука. А, он поменял. А, нет. АВМ, не подведи. Хорош! Твою мать, он может подвести. Давай, калашист, убей в спину просто. Сейчас в спину выйдет. Без рофла. Калашист убьет в спину. А, уже нет, возможно, нет. Да. Ну все, GG. Я так понимаю. Если авик сейчас не убивает, это отмена 50 киллов. Сюда! Хорош! Сколько у тебя часов в стенду 2? 2000 практически. Блин, у меня килл спиздили.
Бля, я думал, он на лонгу бежит. НТ. Нормально так. Слушайте, я думаю, это большой видос будет. Давайте демка с подписчиками прям на стриме. Стрим 2 в честь 5-5-5-5-5-5 подписчиков.